Одинцовская вахта памяти проводится по инициативе главы района Александра Гладышева третий год подряд. Только в самом Одинцово есть 19 обелисков, которым возлагают цветы и памятные венки. И вот теперь, благодаря клубу АТЦ «Альфа» и городской администрации, наша вахта отправилась с почетной миссией далеко за пределы Одинцовской земли. Для ребят из АТЦ это уже не первая поездка на Северный Кавказ. Мы осенью в октябре ездили уже в предгорье Кавказского хребта, и нас на самом деле сразило большое количество памятников. И историческая, скажем так, насыщенность местности, там были ожесточенные бои. И ребят очень, проняло. Вот, определенное было преодоление и себя, и определенный, скажем так, новый опыт. И поэтому мы приняли решение, что к 9 мая мы просто обязаны пойти. Мы должны преодолеть сложный маршрут и оставить что-то от себя там, в память о том, что мы чтим, мы помним, мы уважаем подвиг. Совместные проекты АТЦ «Альфа» и городской администрации всегда обещают что-то новое и интересное. Так случилось и на этот раз. Товарищ генерал-майор, взвод в количестве 8 человек для совершения марша по местам боевой славы ко Дню Победы построен. Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ генерал! И понимаете, что ваша сегодняшняя миссия, ваше руководство ваших командиров, Сергея, Дарьи, это продолжение вахты памяти, которая началась здесь, в городе Одинцово. Поэтому, когда будете проходить по местам боев на Северном Кавказе, поклонитесь от одинцовцев, от жителей, от ветеранов города Одинцова, тем местам, где шли бои, где гибли наши соотечественники. Михаил Солнцев передал ребятам памятную табличку, на которой по поручению мэра города Александра Гусева выбиты слова благодарности от всех одинцовцев советским солдатам, отстоявшим Кавказ. Мне бы хотелось, чтобы вы с честью выполнили вот эту задачу, которая поставлена, стоит перед вами. И с достоинством приехали, отрапортовали, доложили. Битва за Кавказ была одним из ключевых моментов Великой Отечественной. Советским солдатам удалось отстоять нефтяные месторождения, что имело важнейшее значение для окончательной победы над фашистами. Кросс-поход альфовцев пройдет сложным маршрутом, включающим в себя гору Семашко, где ребята и разместят памятный знак.